Им есть чем гордиться. Только за последние 10 месяцев Ряновский отдел полиции раскрыл около 80 преступлений. Среди них есть и особо тяжкие. В сентябре сотрудниками были задержаны все три преступные группировки, занимающиеся кражей в частных домах. Отдел обслуживает городское поселение Фряново и Огненское сельское поселение. Это самая большая территория обслуживания в Щелковском районе. В свой профессиональный праздник принято подводить итоги. Здесь нет графиков и цифр, но есть теплая домашняя атмосфера. Благодарность и награда сотрудникам. Никакой отчетности. Хотелось бы, конечно, чтобы на вашей службе тяжелой, нелегкой службе было побольше позитивных моментов, побольше было в вашей работе удовольствия, радости. Ну, и так мы живем в одной деревне. Так можно сказать, что мы все прекрасно видим, понимаем, что вы добросовестно исполняете свою работу. Василий Завьялов проработал в органах 13 лет, начинал службу с участкового уполномоченного. В течение последних 3 лет работает в должности начальника Фряновского отдела полиции. По моему мнению, что престижная профессия, достойная профессия. Да, есть свои нюансы, есть свои сложности, но мне кажется, кто пришел в данную службу, не пожалеет об этом. Профессия престижная, но сложная. Об этом не понаслышке знает Анатолий Лостовецкий, начальник общего отдела администрации городского поселения Фряново. Он проходил военную службу в вооруженных силах, прошел путь от рядового до оперативного работника, был сотрудником Московского областного розыска и завершил карьеру полицейского в должности начальника отдела Центрального аппарата МВД России. Действительно, эта служба, она порой не видна, но она настолько... порой некропотливые, порой неблагодарные, которые люди даже не подозревают. Но она действительно нужна, она действительно необходима. И зная все это изнутри, я действительно горжусь вот этой службой, горжусь вот сотрудниками, которые во всех подразделениях, на всех уровнях несут эту тяжелую и нелегкую службу. Профессией гордятся и нынешние сотрудники. Это единственный день в году, когда они могут с уверенностью сказать: «Это наш день». Профессия сама по себе нравится, поэтому связал свою жизнь с ней. Служба, как говорится, для настоящих мужчин, поэтому гордость за это и есть. Марина Позднякова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».